Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Известная польская актриса Вислава Мазуркевич, запомнившаяся советским и российским телезрителям по киносериалу «Ставка больше, чем жизнь», скончалась 20 апреля в 95-летнем возрасте. О причинах смерти не сообщается. Печальное известие сообщили представители Союза польских артистов, а также внучка артистки Зосия Луткиёвице, которая поведала о своей утрате. Она была связана с нашим объединением практически с самого начала своей творческой карьеры. Всегда теплая, радушная и с огромным сердцем, говорится в сообщении организации. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.